Сегодня я купил торт 450 грамм, называется «Пташиное молоко». Сделанный в Украине, торговая марка «Вацак». «Вацак». «Пташиное молоко». Стоит около 120 гривен, это где-то около 3 долларов. Смотрим. Склад. Яйца, курячий харчовый, цукор, песок, борошно. Спред. Солодко-вершковый, классичный. 72% жирность. Так, 25% жирности молочной. Молоко сухое, нежирное. Паста кондитерском. Паток. Ну что ж, открываем. Какое это что такое? Да, шикарно. Отрезаем. Да. Вот это да. А что же это такое? Ой. Так пальцами лучше не трогать. Блин, вилкой. Точно пташиное молоко. Да. Шикарно. 120 гривен, 3 доллара за такую вкуснятину.